back in ETV. Привет-привет, это Balcony TV в Санкт-Петербурге. Меня зовут Оля, в гостях у нас горячие ребята, группа Аки Мама. Привет! Вот так вот, на улице холодно, а ребята прямо вот такие летние. Что вы нам исполните? Летние песни в стиле урбан регги. Слушаем. Что такое Аки, и чем его едят? Аки, ребята, задержится и от Аки. Это нервно-политический мотиблот. Аки хорошо, под регги идет. Ищи мама, мама, Аки, мама. Аки, мама, мама, мама. Аки, мама. Аки, мама, мама, мама. Аки, мама. Аки, мама, мама, мама. Аки, мама. Эй, почему ты нас неправильно читаешь? Ты стал детских букв, не понимаешь. Ты прогуливал занятый и от школы был далек. Тогда сейчас мы проведем маленький урок. Вот группа Аки Мама, вот слово Аки Мама. Аки это ямайская будка, мама, малораму. Зачитание стихи, произносимо как гей. Название справится, и все будет хорошо. Если ты нас будешь неправильно читать, в ответ ты услышишь мать, мать, мать. А если ты чувак, работе великий, мы скажем: ой, молодец, возьми себе стикер. Аки Мама, мама, мама. Аки мама, Аки мама, 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 Аки мама, Аки мама, 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 Аки мама, Аки мама, 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 Аки мама. Поехали, вы готовы? Мы да. Ну что, поехали! Я теряю и теряю лето. Мне сорвало по всю знакость мысли. В голове мерцает еле-еле полная потеря мотивации. Царь город закружил, запутал все эти улицы вечер. Спустил красным по ней посту. И что мы будем делать? И скажем маме в городе грехов Амстердаме, город для взрослых. Без свободы всего лишь сказка. На палитре сознания побежал без смешаем краски. Это город для взрослых. Вау-вау-вау, город для взрослых. Вау-вау-вау, город для взрослых. Вау-вау-вау, город для взрослых. Раны, все сети стали черт без пристрастия граммы. Граммы кайфа, миллилитры, счастья, кофе. Не поможет, если будет утро, по частям собрать себя очень-очень трудно. Карты, бесполезны, если будет по кругу как-то. Сделал так, что ведем друг друга тема. Здесь такая уже на грани, в городе грехов Амстердаме, это город для взрослых. Где свобода всего лишь сказка. На палитре сознания кофе-шопе смешаю краски. Это город для взрослых.
вау-вау, город взрослый. Вау-вау-вау, город взрослый. Вау-вау-вау, город взрослый. Спасибо, спасибо вам. В общем, согрели вы нас, мы тут прыгали дико. Город для взрослых мы узнали, что такое. А для детей есть город? Наверное, все города для детей, кроме Амстердама. Не ходите, дети, туда гулять. Ну, вообще, вы такие веселые, позитивные. Наверное, не всегда бывает, что настроение перед выступлением такое вот прямо озорное. Как настраиваетесь на концерты, на выступления? Поделитесь. Нам надо просто собраться. Собраться вместе, и все будет хорошо. Начать играть. Такие вот секреты простые. Друзья, собирайтесь вместе, чаще, с друзьями, веселитесь. А мы благодарим отель «Три моста» за предоставленное место для съемок. Благодарим эту веселую, чудесную команду «Акимама». Увидимся в следующий раз. Пока! Back in ETV.